Привет! Мы снова отправляемся в путешествие. На этот раз в Москву на телевидение. 4 часа дороги позади. И вот мы уже находимся на улице Академика Королева, где снимаются различные передачи. Тут мы фотографировались в цветах. Моя хозяйка любит это делать при каждой поездке. А это мы осматриваем окрестности. Потом мы еще немного подождали, потому что приехали с запасом по времени. И вот, наконец-то, мы в гримерной. Здесь очень уютно, есть диванчики, телевизор, чай, кофе и печеньки. Мою хозяйку тщательно готовили к съемкам. А вот и результат. Потом меня познакомили с новыми друзьями, которые тоже собирались участвовать в телепередаче. Ну вот, идут последние приготовления, и мы готовы идти на съемочную площадку. Мы шли по длинным коридорам, прокатились на лифте. И вот мы на месте. Перед входом в студию мне дали еще раз попить. Режиссер, ведущие и операторы готовы? Ну, тогда поехали!